Центр Химок – пересечение Ленинградского шоссе и улицы Маяковского. Путепровод, который исправно служил более 60 лет, требовал реконструкции. Асфальтовое покрытие частично сняли, две полосы перекрыли. Есть небольшой затор, но водители с пониманием отнеслись к временным неудобствам. Я думаю, большинство относится с пониманием, просто потому что, ну, блин, если ремонтируют, значит, надо. Вот, чтобы по, грубо говоря, ямам не ездить. Путепровод Маяковский – это не только транспортный узел, но и пешеходный. Он соединяет старые Химки с новыми. Ежедневно под этим путепроводом проходят сотни химчан. Его, мягко говоря, непривлекательный вид побуждает людей с осторожностью смотреть наверх, чтобы в случае чего увернуться от падающей штукатурки или чего потяжелее. Именно обращение горожан по поводу этого элемента дорожной сети позволили начать здесь капитальный ремонт. Техническая экспертиза показала, за годы с увеличением количества машин и возросшей нагрузки путепровод стал небезопасен. Данный мост находится в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения «Гормост» города Москвы. Введен в эксплуатацию в 1961 году. В ходе планового обследования было обнаружено, что мост имеет определенные дефектные последствия, и это опасно для передвижения транспортных средств. В данный момент к работам приступили. Администрация городского округа Химки приносит свои извинения за временные неудобства, связанные с ремонтными работами. В рамках капитального ремонта на путепроводе заменят мостовое полотно, деформационные швы, правую фасадную балку, отремонтируют бетонную поверхность и укрепление откосов насыпей. Также заменят барьерное ограждение, обустроят водоотвод, реконструируют наружное освещение. Местные жители рассчитывают не только на безопасность, но и на привлекательный внешний вид путепровода. Это отличная новость, в общем, очень круто. Теперь будем ходить под этим мостом и не будем бояться, что когда-нибудь что-нибудь от него отвалится. Конечно, полезно, спасибо. Химки вообще очень хорошо. Вот очень сейчас такие прям они нарядные. И зелени много, и цветов много. Я надеюсь, что отремонтируют и будет все нормально. И наши химчане будут, как всегда, радоваться, потому что наш мэр города, он максимально вкладывает и деньги, и все свое здоровье для того, чтобы нам, химчанам, жилось лучше. Окончание ремонта запланировано на четвертый квартал этого года. Такая продолжительность обусловлена большим объемом работ. За 62 года это первая масштабная реконструкция путепровода.